За последние сутки диагноз коронавирус услышали 793 жителя Одесской области. Количество инфицированных с начала пандемии возросло до 40 535 человек. Побороть недуг не смогли 7 человек. Общее количество летальных случаев от ковида в области составляет 536. По результатам ПЦР-тестирования вылечиться от коронавируса удалось 40 пациентам. Отмечу, правительство готовится ко всем возможным сценариям эпидемиологической ситуации. Никто не исключает полного локдауна на зимние праздники. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что вся страна находится в оранжевой зоне, действует карантин выходного дня. И это взвешенная альтернатива локдауну. Также свою работу начинает контакт-центр Министерства здравоохранения. Теперь каждый украинец сможет вызвать мобильную бригаду домой для теста на COVID-19, уверяет глава министерства. Є єдиний номер контакт-центру 0800 60 20 19. Якщо у вас є симптоми коронавірусної хвороби, але вам чомусь по якійсь причині не викликали мобільну бригаду, або ви не можете дозвонитися своєму сімейному лікарю, то вам треба телефонувати на цей контакт-центр і викликати мобільну бригаду, яка приїде і зробить вам, візьме мазок для того, щоб зробити тест і підтвердити або спростувати COVID-19.